У кого? Нормально, вообще ничего. Так, как там тоже. У меня один день там с повышением температуры оно было. Ну, и, лайтом или двойной? Лайтом. И рука, ну, конечно, тоже так один, там пару дней так. Не, ну рука не тоже болела, а просто не пару дней, а где-то в тот вечер. Вот как вот после спортзала, вот, крепатура. Да. В определенном положении поднимаешь ее. Именно та мышца, в которой около. Все. Мочить нельзя. Я говорю, а душ, говорю, как принимать. Август месяц, жара. Мочить нельзя. Говорю, а потеть, говорю, в машине ездить, говорю, можно. Пыль садится, можно. А мочить нельзя. Пластик-то все равно купил этот водостойкий. Искал, где его лепить. Так дырки-то не нашел, где-то прилепил. А в душе уже мою, смотрю, что прилепил на 3 сантиметра ниже, чем у кого-то. Это же, по-моему, ее даже ковида не было, где, ну, такого воспаления, что прям очага этого не было. Просто, что... Может, мы где-то за поворотом там остановимся, дойдем пешочком, а то уже... Ну, хорошо, давайте там сейчас это будут. Нет, получится ставить. Или поворот там, да, где-нибудь там, в кармашке там. Да, ну, сейчас туда уже повернем. Ну, да, я имею в виду там. Что такое? Укачиваешь? Давайте я окошко открою. Да. Вперед сидеть, смотреть. Не по бокам. Не помогает. Есть такая вот особенность. Ну, с возрастом обычно проходит. Мы тоже ждем. Сколько там? 100. Стоимость поездки составляет 134 рубля. Это еще, да, это 100. Таблетки эти, ценорезин. Да будем что-то. Ну, может. И такой сам был катар. Ну потом уже отпустил. Ну, и я был такой, да. Спасибо большое. Пожалуйста. Давайте не болейте, выздоравливайте.